В спортивном зале 20-й школы Махачкалы прошло первенство города по ушу-саньда. 220 спортсменов боролись за 33 комплекта наград. Наибольшее количество – 9 золотых медалей – завоевали представители спортшколы Кумтыркалы. 8 раз первенствовали воспитанники школы боевых искусств и 7 наград высшей пробы в активе спортсменов ДГЦБИ. Сборная команды Махачкалы примет участие в первенстве Дагестана, которое пройдет в конце марта в Хасавюрте.